я вел компоновку, компоновал все элементы автомобиля и также вел цифровой макет. Цифровой макет – это перечень компонентов, некий электронный каталог, с помощью которого электронщики могли видеть, что происходит с кузовом, кузовщики могли смотреть, что происходит с шасси, и это все в режиме реального времени, поэтому достаточно сложно, но интересно. Считаю, что у нашего автомобиля есть будущее, потому что, во-первых, это достаточно интересный автомобиль, потому что это российский автомобиль, который будет собран из российских компонентов, что дает надежду, что автомобиль все-таки поедет. Получилось все супер.